А, Да, дозу до респ. 1,5 кг. Он бьет с респа на респ. Все нормально. Через 3 минуты после старта. Чарли, я лучше предлагаю пойти в УБЕ. Я вот как раз предлагал вот эту группу разведки с этой же маршрутой зайти. По вот Там этому, по канаве, да, вот этому? Русу, да. Ну, давай таки пойдем. Там впереди Гонз вроде как должен быть. А мы тут троем диверсанты. А, понятно. А, это машинка диверсантов такая Да. странная. Беттер-то спалили? А где Беттер стоит? Ну, где-то возле кратера был. О, далеко. Вот где дорога, короче, кратер. Че, пошли в атаку? В атаку? Закрепление. С перебежкой надо. Ну вы скажите, когда начнете, а то мы можем зайти уже к тому моменту. На шепот. Че? Ты заметил, что я единственный иду за тобой? Да. Да я нормально. Пусть они там. Я их привел, а дальше пусть сам рандомит. Тогда и я на рандом. Да конечно. А кто дымит? Не только бетер может. Нас тут покрыли немного, мат. Задолбали. А как? Что как? Да, это не я. Есть одного. Это не это? Может подойти помочь? Шутка. Он за нас?
все. Я орудие зарядил, короче. Я орудие зарядил. Диверса. Готовься. Нет, тут еще он одного ПБ крутим, я на было. Принял, давай, давай. Кстати, там заряжен с одним колечком. Давай, если что, я буду корректировать, хотя наши подкорректирую сейчас. Брок, живой? Бой идет. О, я продвигаюсь, ползу. Да ё-моё. Я говорю, кайф, Хемус, ты как выжил? А ну, поясни. Это цель гранаты не было, что ли? Ну, там было. Более, у меня я по тебе попадал, так нормиш. Вообще ни разу не попал. Ощущение куст, походу, сожрал. Угу. Помака ты. Я спалил еще, когда ты перебегал до этого. Да я тебя тоже увидел, ты еще. Вы друг друга, что ли, убили? Да, нет. Нет, друг друга. Я не увидел второго кусочка. О, кто за масленок бежит на мои мины? Это Рамир. У вас мины были? Да. Сейчас прямо комп. Нет. Вот думаю, комп разорвал. Там я на мотом. Блин, Сален, я пытался. Я думаю, закончились. Такая троица лежит, блин. Как Рома прошел? Ну, он похуел. Алекс, почему упал с самолета? Ну, наверное, все не в колом. Сейчас стрика, блин, на мотом. Ой, это вот. Я уж испугался. А, да, он жаловался, что миномет бьет. А, Саня, я уже играть не буду. Если в нашем тесте. Фу, наконец-то спектатор съемался, писал. Да что такое? Так, сейчас гляну, попал я пока буду. Ух, ни хрена себе. Чего? А Варен сидит в воронке от миномета, что ли? Угу. Да он как-то кидает по разным сторонам, наконец. Перелет.
короче, пошла. Че? Я говорю, БТРник, ты типа, не могу после того, как он вылез. Фигня какая. Фристайм здесь не выключил? Фристайм не выключил, что ли? Не знаю, то есть это уже и до этого как-то на этой миссии даже фигня была БТР, то есть БТР не изабельный. Надо посмотреть, что там с ним. Миномет вообще в пустоту бьет. Почему? Ну вот сейчас у него здесь 3, 4 дырки, 5 в поле. Мы дуга вроде прямо в лицо попали живым. Может это было не лицо? Там и сказки, в армии и сказки кровь хлещет. Бедный Алекс лежит без сознанки. Минометы убили кого-нибудь? Ой, ну разве что траву примяли. Они в поле расстреляли все. На себя бы котлет. Хоть дошел первый раз в жизни для этой. Да ты прям зашел. Там гадюшник такой был вообще. Ах.
Все, позиционная война. Да. Она самая. Чё, блин, Беттер что-то сомневался, не смогли не сесть. Да в пизду я пропал нахуй таких ваших, блядь. Что, совсем плохо? Да нихуя себе, 200 метров стоит с этим глушителем. Стоят вообще вверх куда-то. Ты что, не знал, как ты на логи играл? Нет, гон, знал. Ты же пули у этих ПБС, они не так совсем другие приоритеты. Надо ставить на 100 метров. Но боги ПБС не выдают, а совсем? Не, я такое дерьмо просто никогда не беру, блин. На этот раз попалось, блин. Ёб твою мать, столько бегать. Мать, столько ползти. Каких дохуищ. Да вас тоже не могу. Да? Ну хорошо. Не, нас мало. Всегда мало. Спектрум так долго уже лежит без сознанки. Вообще он должен был истечь крови и умереть уже. Весьма странно. Странная система. Медицина. Кто у нас минует? Это у них? К вызову люк проходит тут. Кто что, куда? Да чувак на чё на меня выглядывает, мне пристрелил. Щель.
Че у краски БТР стоит? Забаговался. Фристайм его не отпустил. Че тогда у Кратера каталось? Не знаю. Наверное, я сломал. Поиграли и сломали. Игрушка дьявола? Угу. Еще одна помза. Пипец, я ему насаживаю, ему пофиг, что за говно. Обычно. Говно случается. Не, типа, настреливаю в лицо, он падает, но выживает. Мне одна пулька в лицо, все, я отъезжаю, нафиг меня не убивает. Нормально. Да ладно, все нормально, нормально. Меня на этой миссии два раза, три раза я запускали, но два раза меня убивают из РПГ. Третий раз меня убивает ГПшка. У меня вообще на этой миссии никого не удавалось убить и близко подойти к зоне ни разу. Да, ну ладно, окей, ладно. Ты не смог там зайти на в триверсе такое. Ну наш миномет не. Я видел, я наблюдал за тем, как он работал по полю в одно и то же место. Да. Чем более страдания. Ты, конечно, вначале не спиздил бы одиночку, пробовал, все нормально. Рома, а я думаю, это ПБС ПСО, ни хрена себе. Как-то он промечиво мимо домов бегает. Там нет, Шульман в кустах должен сидеть, если не отъехал. Он уже отъехал. А, ну, все тогда. А это что, у них на базе БТР стоит? Да. Он использует, ну, его, в него можно сесть? Он багнутый, ну можно. Если починят. И миску, если починят. Кочегар кинул дым. Ну это ж кочегар. Это дом сломать? БЕ, да. Заветы БЕ. Я ж видел. Сука. Значит, пошел я. Куда? Домой, наверное. Все, пошел. Ну, сейчас еще Роман. Игорек еще есть. Да, еще. Киберкотлеты Игорек. Ой, киберкотлеты нафиг. Вы его недооцениваете. А это Махно там, блин, сидел в развалинах. А нет, не Махно. Краб это был. Везучий. Кстуру спасли его. Да ладно. Не, серьезно говорю, стрелял у него и в текстуры попадал. Бонзай. Специально текстуры насувал. А, это Карыч. РПГшку дал в дом, или там все живы? Окей, такой думаю. Читерство. Роман везучий, вообще. По меркам армы он везучий ужасно. Он бегает прямо перед противником, перед лицом.
какую-то сторону кому-то только один человек скажет. Ну это понятно, но там могли смотреть на него штук 5. Интересно, кто меня застрелил? Тут ни с одной, ни с другой стороны, короче, это... Что? Никого нету. Получается, был за забором, меня не могли видеть справа, потому что они в доме вообще находились. И... Тебя застрелили палкой. Ну, может быть, кстати. Веточка, наступил на веточку, она выстрелила. Горюк, кстати, близко уже подобрался. Так, стоп, это вообще не мой труп. А, нет, мой. Охренеть. Есть некоторые очень везучие. Давайте First Background сыграем. Ну, кстати. Если мне... За игроком? Ну, я наблюдаю здесь медленно. Так, все, Роман. Нет живучих. Все твои Роман или... А, все. Никакой политкорректности. Хаводук сдох от меня.